Кошка прячется, чтобы ее не снимали, а? Это что такое? Смотри, как куда спряталась за утюг. Ну-ка, Грейс, выходи оттуда. О, глаза светятся. Грейсик, выходи. Грейс, ты посмотри, а? Прячется. Грейс. Грейсик. Выходи, выходи. Не надо, туда не надо. Туда даже не смотри. На ту полку. Я боюсь, как бы утюг она еще тут не свалила мне. Грейс, я все вижу. Пряталась, вон за утюгом пряталась, чтоб я ее не снимала. Смотри, а что там, лампочка что ли светит? А, поэтому она, видишь, а, не хочет. Потрогай папу лапкой. Сознательная гражданка решила помочь следствию. Ну. Здесь все, что я смогла найти о прошлом. Грейс. А есть какие-нибудь сплетни о его настоящем? Посмотри, что папа кушает. Посмотри. Любимая работа, характер нестойкий, невыдержанный, южнославянский. Они много желтизны? Не, Мужа, она не будет уже с девушкой, трогать. появилась другая на месте уже. Не будет. Есть и адрес. Вытянула. Есть и адрес и телефон, но я звонила насчитать, что он в командировке. Что-то еще? Папа пальцем пошевелил, она лапой. Дрк. Так хотелось потрогать, но сдержалась, да? Я не поняла. Вот так, вот так, вот так. Вот так. И спит. Щечку положила на животик. Да? Крейсик. И сутками бы так на папе лежала, лежала бы сутками, да? На меня посмотри, Грейс. 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 Грейсик, на меня посмотри. Она немножко так это, из-под века смотрит на меня. Не любит она сниматься. Глаза светятся. Вот так папа любит, да? Обняла, лежит. Вот так, как на мостике. Да? Грейсик. Любишь, папа? Любишь. Нет, я не фотографирую, я ее снимаю. Ну, а что фотографировать? Там же все равно ой, красоту этой позы разве передашь? Ты моя красотулька. Грейсик. Ну, покувыркайся. Грейсик. Какой взгляд у него. Пася, наверное, может быть, этим помазать. Услышала. Деприлив может здесь помазать. Ну, помажь, если болит. Грейс. Что, что ли? Грейсик. Грейсик. Ну, так красиво валялась тут. Грейс. Хвостом телепает. Не нравится. Не нравится. Ой, ну не телезвезда ты. Ну не, да. Все? Я понял. А какие-то звезды вам ну, кто-то влезает? Все. Олег, выбирала здесь у жителей столицы несколько секретов, которые ну, позволяют упражнять больше 100 лет. Лежи, жарко тебе, жарко. Подуй, подуй на него. И каждый день он начинает с бокса. Боль с тенью, боль голова моя. Я вижу, куда ударять надо. Как Вася? Ну, бокс это так, баловство. По-настоящему же ноги раскидала. Медалями за марафоны у него увешана вся стена. Про каждый можно рассказать, что это марафонский, на какой дистанции, московский марафон. Билан Багалиев пробежал полмира, участвовал во всех знаменитых марафонах, а заодно познакомился со многими знаменитостями, например, с Марией Матьевой. Ее фотографию он бережно хранит вот уже 30 лет. Не буду играть. Голубая она прям на этом, на экране. Голубая.
Так-то серая, а прям здесь голубая. Прям. Голубая у вас. Ну подуй на нее, подуй. Да, ну, лицо ей не надо, вот надо вот там, вот, где хвостик. Ищет, где ж дуют. А, дуй, говорит, еще. Еще тебе? Или не надо? Может, наоборот, говорит, не надо. Ну нет, я думаю, ей приятно. Ой. Какая ты настороженная, Грейс. Все, пошла. Пошла. Надо, чтобы ее не снять. Вот так, да, да, солнечные ванны они принимают. Конечно. За старшую остаешься, поняла? Вот так. Да, ой, как хорошо, да как хорошо. Тебе в шубе не жарко? В шубе, да еще и на солнце. Да. Грейсик. Хотела уже уходить. Как такую красоту не снять? Красота. Грейс. Грейсик. Ты моя красавица. Да, вот так. Валяется. Хорошо тебе? Ой. Да чтоб я так жил. Кормят хорошо. Где хочу, там валяюсь. Хозяева застраиваю, да. Да, да. Да, чтоб я в будущей жизни кошки такой была. Ну все, пока. Грейс, пока. Пока-пока. Пока-пока.